Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в семейном ресторане «Фамилия». Сегодня мы будем готовить замечательного тунца, а точнее будем делать из него салат. И все это под руководством Макса Кузнеченко, замечательного фотографа. Поздоровайся со всеми и рассказывай, что, как и чего мы будем сегодня делать. Привет, ребят! Сегодня мы будем делать салат из тунца. Тунца снова мы пожарим на гриле. Вот, а салат сделаем ручкой. Пахнет, он ничем не пахнет, нет? Ну, правда, он как кусочек мяса. Да, он и по консистенции, кстати, похож на кусочек мяса. Очень такое плотное, так что это не сказать, что это рыба. Помоги. Поможете. Как мне резать огурец? Любым удобным способом, не слишком мелко. Кто ты? Что ты? Чем ты занимаешься? Занимаюсь я фотографией, дизайном, но в основном фотографией. И в основном фотографии еды, кстати. Ну, в последнее время, да, очень много, так скажем, менюшек, когда приходишь в какой-нибудь кафе или ресторан, открываешь и сразу видишь руку мастера. Очень круто, очень аппетитно это все выглядит и всегда хочется заказать. Вот смотри, допустим, профильная твоя вообще, вот что вот ты любишь снимать? Я в основном снимаю всякие штуки для бизнеса. То есть все, что нужно для рекламы, для продвижения дела. Ну, чтобы хватку не терять. Ну да. Август и сентябрь – это месяц хватит. Тут все готово. Теперь самое интересное – это тунец на гриле. Тунец такая морская рыба, поэтому очень хорошо впитывает соль, и солить его можно не скупясь. Пару раз в неделю точно что-нибудь готовлю, но в последнее время редко. Жена, которая обо мне заботится, а у меня все больше работы с каждым годом, поэтому да, все меньше у меня времени готов, но обязательно что-нибудь либо вместе, либо я сам. Мы его не режем, мы его будем зажаривать целиком, мы его чуть-чуть смажем маслом, прям буквально несколько капель, чтобы он у нас зажарился хорошо. Нам нужен таймер. Вот такой крутой салат у нас получился. Мне кажется, его просто надо было сервировать, наверное, на тарелочке. Но так он немного эпичнее выглядит здесь. Огурец, помидор, авокадо и тунец. Блин, шикарный ппшный салат. 5 минут, даже, наверное, меньше. Самое долгое – это приготовить тунца, ждать, пока он приготовится. В общем, делайте такие салаты, не забывайте про новую акцию, которая стартовала в семейном ресторане «Фамилия». Самые популярные пиццы со скидкой до 50% и их доставка по номеру 299-299. Максим, спасибо за компанию, за шикарный салат, который мы сейчас будем есть. Всем пока. Пока-пока.